художественный фильм «Крестный дед». Дон Чезаре, да будут благословенны ваши дни. А у меня сегодня день рождения. Я знаю, Луиджина. Я даже пеку тебе торт. Я ведь 20 лет проработал простым поваром. Это была самая легкая работа в тюрьме. Спасибо, Дон Чезаре. Это такая честь для меня, такая честь. Да, вот только вот... Что, Дон Чезаре, какая-то проблема? Скажите только слово. Да с племянниками у меня проблемы. Малыш Массимилиано и Эрмине Джильдо. Дон Чезаре, мне 2 раза повторять не надо. Алло, это я. Запоминай. Массимилиано и Эрмине Джильдо. Это проблема. Ты понял? Ты что-то сказал, Луиджина? Вот посмотри. Я написал имена всех членов нашей семьи. Все тебя поздравляют. Спасибо, Дон Чезаре. Вы просто волшебник. А с племянниками у меня проблема такая. Имена у них очень длинные. Здесь не помещаются. Массимилиано и Эрмине Джильдо. Проблема. Проблема.